Время новостей на телеканале «Север», в студии Василий Хатензейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации был принят накануне депутатами Государственной Думы в первом чтении. 10 ноября в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел. О трудовых буднях служителей закона и истории профессионального праздника расскажем сегодня. Ноябрь только вступил в свои права, а в Нарьян-Маре уже началась подготовка к одному из самых любимых народных праздников – Новому году. В этом году город обещает быть особенно нарядным. И в начале выпуска информация об эпидемиологической ситуации в регионе. По информации регионального управления Роспотребнадзора, 16 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей Заполярья в минувшие сутки. В числе заболевших 10 жителей Нарьян-Мара. По 2-3 случая заболевания зарегистрировано в Красном и Оме. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай из Москвы. Таким образом, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 268 человек. Еще 8 пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 276 человек. Из них стационарное лечение получают 65 человек, амбулаторная 211. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2925 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2702 человека. За прошедшие сутки 5 пациентов. В регионе зарегистрировано 65 летальных исходов от коронавируса. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1187 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. А также в регионе работает система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. 10 ноября в России отмечают День сотрудников органов внутренних дел. О трудовых буднях служителей закона и истории профессионального праздника расскажет Катрина Тайбарей. Хрупкая внешне, но сильная характером. Виктория Хрипкова 5 лет назад пополнила ряды сотрудников органов внутренних дел. Когда в детстве у меня спрашивали, кем я хочу быть, я говорила милиционером. А уже в старших классах я понимала специфику работы каждого структурного подразделения в системе МВД, и я для себя решила, что хочу быть следователем, поскольку также родители у меня работали в данной сфере. Окончив юридическую академию, поступила на службу в следственный отдел МВД России по Ненецкому округу. По большей части расследуют уголовные дела в сфере IT. Это дистанционные мошенничества, и поэтому, наверное, 90% да, это именно данные уголовные дела. Специфика работы следователя довольно интересна, ведь в работе необходима внимательность, умение замечать малейшие детали, а также целеустремленность. Работа следователя похожа на пазл. Если разложить элементы правильно, то получится картинка. Если ты разложишь элементы неправильно, то картинки не получится. Значит, время потрачено зря, и нужно начинать все сначала. Служба любого подразделения органов внутренних дел требует большой самоотдачи, а нередко и самопожертвований в пользу работы. Сложности бывают в каждой профессии, но, наверное, действительно самое основное – это сложно совмещать работу и дом, потому что работа, следовательно, она требует полное погружение в работу. Это постоянные дежурства в составе следственно-оперативной группы, да, что тоже требует немало времени и сил. Но тем не менее, Виктория отлично справляется с поставленными задачами. Следователь отмечает, что в последние годы повысилась раскрываемость дел в такой непростой сфере, как дистанционное мошенничество. Ее рабочий день начинается с планирования. По этому плану я начинаю... И по этому плану я начинаю вести свой рабочий день. То есть изучаю одно уголовное дело, выполняю определенные следственные действия, затем беру второе и третье, и так по плану я выполняю необходимые следственные действия по уголовным делам. 10 ноября Виктория и ее коллеги отмечают День сотрудника правоохранительных органов. В этот день, 10 ноября 1917 года, вышло постановление Наркомата по внутренним делам о рабочей милиции. Профессиональный праздник стали отмечать с 1962 года, как День советской милиции, с 1991 как День российской милиции, а с 2011 года, после переименования милиции в полицию, праздник получил название День сотрудника органов внутренних дел.
В этот день традиционно праздник отмечают все сотрудники органных дел, сержантский состав, офицеры полиции, внутренней службы, юстиции, работники системы Министерства внутренних дел, а также ветераны. Уважаемые коллеги, поздравляю всех сотрудников органов внутренних дел Ненецкого гарнизона, ветеранов, работников системы МВД с профессиональным праздником. Желаю твердости духа, решительности, неиссякаемой энергии в достижении поставленных целей, честности и справедливости, оперативной смекалки. Глубокий поклон нашим семьям, которые разделяют с нами все тяготы нашей непростой службы. Отдельные слова благодарности ветеранам, которые посвятили лучшие годы своей жизни служению Отечеству. С профессиональным праздником, с Днем сотрудника органов внутренних дел. Телеканал «Север» присоединяется к этим пожеланиям. Катрина Тайбарей, Леонид Шишелов, телеканал «Север». 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, завершился всероссийский этап конкурса «Народный участковый 2021», в котором от нашего региона участвует старший участковый уполномоченный полиции майор Владимир Колесниченко. Владимира Колесниченко нам удалось застать за домашними хлопотами. Участковый уполномоченный из села Несь по делам выбрался в окружную столицу. Уроженец Краснодарского края, в Заполярье уже 6-й год. После окончания университета МВД мужчина несколько лет трудился в органах правопорядка на своей малой родине, а потом решил кардинально изменить свою жизнь и поехать служить на север. Изначально, когда переводился, посмотрел, как город, посмотрел, как бы, ну, знаю, что люди на крайнем севере очень добрые, отзывчивые, как бы с ними приятно работать, потому что и ты к ним когда с душой, и люди к тебе всегда с душой относятся, понимают тебя, всегда взаимопонимание нахожусь с людьми. Вот. После этого в Лабужском работая, там населенный пункт был небольшой, ну, как бы мало работы было, скажем так. Вот. После этого, значит, в городе я не очень хотел работать, потому что мне больше специфика сельского поселения больше нравится, населения. Вот. Значит, после этого я посмотрел, какие есть ваканты по населенным пунктам. Мне понравилось очень село Несь. В НИСИ работы хватает. Участковые уполномоченные в глубинке выполняют функции и инспектора ГИБДД, и следователя, и оперуполномоченного, и специалиста ПДН. Владимир на селе человек уважаемый. К нему идут за помощью по различным вопросам. И население с этим это тоже понимает, о том, что я как бы один, но выполняю все функции органов внутренних дел, которые у нас в городе по подразделениям распределены. Также вот хочу добавить о том, что, находясь в населенном пункте, на административном участке, обслуживаю административный участок, значит, ко мне часто обращаются, например, жены лиц, которые злоупотребляют спиртными напитками, либо матеря, которые скрипя душой говорят о том, что вот у меня сын уходит, как говорится, в алкогольную яму, скажем так, что злоупотребляет спиртными напитками, теряет себя как личность. Вот. С этим тоже проводится работа, с ними систематически, с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками. Если они были в ходе рейда на улице в состоянии алкогольного опьянения, в отношении них составляется административный протокол и проводится пробеседа о вреде спиртными напитками. Также у нас недавно, значит, в конце сентября совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности проводился рейд, и было выявлено факт незаконной реализации алкогольной продукции. Около 2 тонн выявили алкогольной продукции, которая реализовывалась незаконно. К специфике работы Владимир уже привык. Получил водительское удостоверение на право управления снегоходом. Сам обслуживает технику. В зимний период времени на снегоходе у нас оформляется командировка. Значит, собираю вещи, что необходимое, и выезжаю за 75 километров, это Чижа. И вот иногда меня временно закрепляют за другим административным участком, это Шоинский сельсовет, поселок Шойна. Вот. И туда почти ежегодно тоже осуществляется выезд у меня по каким-либо происшествиям, которые были совершены на административном участке у них, в селе Шойна, поселке Шойна. За отличные успехи в службе Владимир номинирован на звание народного участкового. Елизавета Кабанова, Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север».
Закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации был принят накануне депутатами Государственной Думы в первом чтении. Для нашего региона этот документ имеет важное значение, так как в нем пересматриваются существующие в Конституции принципы отношений в сложноустроенных регионах, таких как Архангельская область и Ненецкий автономный округ и ему подобных. Авторы законопроекта – сенатор Андрей Клишес и депутат Павел Крашенинников. Надо отметить, что принятый в первом чтении законопроект касается различных аспектов регулирования региональной власти. Действующий до этого времени закон, которым руководствовались органы власти, около 20 лет изжил себя. В него было внесено более 200 поправок. Таким образом, после принятия закона число сроков нахождения у власти губернаторов будет определять Заксобрание регионов. В настоящее время главы регионов не могут быть избранными на пост более 2 сроков подряд. Кроме того, законопроект изменяет механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия президентом. После отрешения губернатор в течение 5 лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе. Также новый закон о региональной власти даст возможность местным парламентам работать дистанционно. Но все же наиболее важным для нашего региона является аспект, который регулирует так называемые сложносоставные отношения в регионах, подобных Ненецкому округу. Что касается Ненецкого автономного округа, изменения на самом деле очень неплохие, те, которые там нам предложены. Я буду вести речь прежде всего о полномочиях совместного ведения, которые больше всего нас волнуют и беспокоят. Это прежде всего полномочия по образованию, медицине, культуре, транспорту. Те полномочия, которые мы по договору исполняем вот, в Ненецком автономном округе. И которые, помните, в свое время, когда мы не сумели заключить договор, исполняла Архангельская область, мы почувствовали, насколько нам еще все тяжело, поскольку было существенно сокращено финансирование сельского хозяйства, прежде всего оленеводства, транспорта, субсидирование по транспорту, по школам, когда мы мел собирали по квартирам. Все это мы проходили, все знаем. Таким образом, если рассматривать только наш субъект, то, согласно редакции нового закона, государственные полномочия регион может исполнять сам. Необходимости в заключении договора с областью не будет, как это происходит в настоящее время. Прежде всего, если мы будем исполнять полномочия, по сути дела, не будет договорных отношений вот в сложно подчиненных, сложно составных субъектах, каким образом будет финансирование? Напрямую из федерального центра? Будет изменен бюджетный кодекс Российской Федерации? Эти технические вопросы о прямом финансировании, считает депутат законопроекта, необходимо решить между первым и вторым чтением. Сейчас готовятся законодательные инициативы совместно с собранием депутатов Ненецкого округа. Собранием депутатов Ненецкого автономного округа был направлен отзыв на данный законопроект, в соответствии с которым мы дали предложение установить норму, в соответствии с которой то, что те полномочия, которые реализуются на территории Ненецкого автономного округа, целиком реализовывал Ненецкий автономный округ. То есть уйти от договора между Архангельской областью и Ненецким автономным округом и закрепить уже на постоянной основе на уровне федерального закона то распределение полномочий, которое существует на сегодняшний день. Однако решение вопроса будет во многом зависеть от позиции региональных и федеральных депутатов. Мнения соседних регионов, которые имеют подобную сложно подчиненную структуру, таких как Тюменская область, Ханты-Мансийский и Мало-Ненецкий округа. Так, депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Михаил Кисляков считает, что необходимо оставить уже существующие, сложившиеся годами отношения между областью и округом. Единственный момент сложный для нашего региона – это то, что у нас сложно составный субъект, и договорные субъектные отношения в этом законопроекте не отражены. Мы сегодня будем вносить поправки, Сергей Николаевич Коткин, я буду вносить поправки в этот законопроект. Вот сейчас я ходил в комитет по законодательству, разговаривал с Крашенинником. Есть понимание и у комитета, и у самого главного правительства о том, что субъектные и договорные отношения необходимо сохранять. Это самое главное. Напомню, что авторами законопроекта об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации являются глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес. Законопроект поступил в Нижнюю палату парламента 27 сентября. 1 октября прошел стадию рассмотрения Советом Госдумы. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Росстандарт увеличил сроки хранения оленины с 12 до 18 месяцев. Изменения в ГОСТ были внесены по инициативе Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого автономного округа и акционерного общества «Мясопродукты», которое в течение 1,5 лет вели работу с федеральным ведомством. Разработкой ГОСТа в части увеличения сроков хранения оленины занимались специалисты научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва.
что это дает для округа. Теперь данное мясо пригодно для экспорта на территории стран СНГ, некоторые азиатские страны, плюс данное мясо у нас имеется возможность теперь поставлять для нужд Росрезерва и по аукционам Минобороны. В планах профильного окружного ведомства увеличить и сроки хранения тушенки с 2,5 до 5 лет. Это позволит реализовать мясную продукцию в Государственный резерв Российской Федерации и участвовать в аукционах для обеспечения войск. Наринмар готовится к Новому году. Рабочие предприятия «Чистый город» уже приступили к установке елок. Праздничные гирлянды и инсталляции будут радовать горожан, как и в прошлые годы. Подробнее, где в городе искать новогоднее настроение, у моей коллеги Ольги Русул. Ноябрь только вступил в свои права, а в Наринмаре уже началась подготовка к одному из самых любимых народных праздников – Новому году. В этом году город обещает быть особенно нарядным. Уже сейчас в микрорайонах работники предприятия «Чистый город» устанавливают елки. Наринмарцы, глядя на масштабную подготовку, тоже понемногу проникаются праздником. Чувствуется новогоднее настроение? Особенно площадь. Утром прохожу, вообще красиво. Скажите, а когда вы дома начинаете готовиться к Новому году и что делаете? Ну, как все, украшаем окна с улицы. Ну, у нас же идет конкурс иногда самых чистых дворов там, да. И вот украшаем с улицы внутри, ну, в середине это декабря. Обязательно уже. Ближе к концу декабря уже именно украшаю все дома. И вот уже настроение появляется. Мандаринок купить, чтобы запах был. А дома что украшаете, что делаете? Ну, гирлянды, елочку маленькую ставлю. Нарезаем елку и подготавливаемся к Новому году, так скажем. А когда это происходит? В декабре. Чувствуется новогоднее настроение? Ну, для меня, да. А когда начинаете дома украшать все? Когда вот прям такой уже? Прям где-то в начале декабря. Что делаете? Ну, елочку ставлю, все так развешиваю, гирлянды, да, вот это, да. Преображаю квартиру. Ранняя подготовка окружной столицы к новогодним праздникам оправдывает себя. Есть время, чтобы успеть качественно украсить центр города и микрорайоны. В этом году было закуплено дополнительно к украшению 7 новых елей, которые будут установлены в разных локациях по микрорайонам города. Это 5 5-метровых елей светодинамических, 1 7-метровая и 1 10-метровая. Если по местам, где будут установлены, значит, 10-метровая – это парк юбилейный. Я думаю, для жителей того микрорайона это будет большой радостью. 7-метровая будет установлена у нас в микрорайоне «Новый поселок». Кроме того, 5-метровые новогодние елочки устанавливают на улицах Пионерской, Швецовой, Первомайской, в микрорайонах Мирной и в Кармановке. В конце этой недели работники «Чистого города» приступят к установке главной елки столицы и деревянной горки на площади Марацей. Единственное «но» – вандалы. Их нападение уже подверглась елка в Кармановке. Не простояла даже суток. Выломанные ветки удалось восстановить. Хотелось бы обратиться ко всем, значит, гражданам города Наринмара, более бережно относиться к имуществу не только новогоднему, а всему имуществу муниципального образования, не ломать, не трогать руками, особенно вот новогодние ели. Большая просьба не трогать руками, потому что конструкции все-таки находятся с гирляндами встроенными, и любое их к ним прикосновение может повлечь к выходу их из строя. Традиционно к созданию новогодней атмосферы в городе подключаются ТОСы. Они также установят и украсят елочки на своих территориях. Кроме того, в вечернее время уже радуют горожан световые анималистические фигуры в пешеходной зоне рядом с первой школой. Окончательно завершить украшение города планируется в начале декабря. Также дополнительно еще на площади Ленина запущена архитектурная подсветка елей. В прошлые годы мы устанавливали там гирлянды. В этом году будет светодинамический перелив светодиодных прожекторов. Кроме того, наринмарцев ждут многочисленные сюрпризы. Так, на площади Ленина появится новая световая инсталляция. В мэрии уверены, нарядные улицы города – это залог хорошего настроения горожан. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.